Дорогие друзья, канал «Счастье в мелочах» приветствует вас. Сейчас середина осени, и пришла самая пора снять обзор магазина Fix Price и осенние новинки. Все, что я там увидела, на что обратила внимание, я вам сегодня покажу. Буду очень признательна за обратную связь. Если у вас будут какие-то соображения, пишите в комментариях. Если будете заинтересованы в том, чтобы вновь приходить на мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну а сейчас мы переходим к обзору магазина Fix Price в Подмосковье в городе Истра. Осенние мотивы, в первую очередь, вот в этих керамических тарелках, явно напоминающих тыквы. Тут их три цвета. 249 рублей. Они довольно увесистые, но сделаны аккуратно. И, в общем-то, для фруктов, для выпечки, для печенья и сухарей вполне подходят. Довольно красивые, нарядненькие. Ну, для тех, кто празднует Хэллоуин, вон тут такие чудища. Очень неплохо они сделаны. Не могу сказать, что предельно аккуратно, но так для украшения, особенно уличного, в самый раз. А вот эта маленькая свеча тыква, но она какая-то, мне кажется, уже как чуть розовенькая такая, прошлогодняя, а может, позапрошлогодняя. Стеклянные подсвечники, вроде бы красивые, но я вот представила себе, что если туда чайную свечу поставить, которая не оплывает, куда ни шло, а ту, которая оплывает, потом не выковыришь. Вот печенье-страшилки, сдобное, ну, не знаю, я не пробовала. Вот тоже тыковка веселая в честь Хэллоуина предстоящего. Ну, в общем, осень-осень. Вот опять тыквы, видите, бордовые, зеленые и ярко-оранжевые по 124 рубля. Тыквы мягкие в упаковке. Вот это человечки такие тоже, как тыковки, очень милые. Ну и, конечно, есть и паучки, и паутинки, и что тут только нет. Если вы какой-то декор используете по случаю Хэллоуина, то стоит наведаться сюда в Fix Price. Много всего. Вот эти мне понравились круглые коврики, они довольно толстые. Их можно использовать как угодно, как подносик. Положить посреди стола, можно в эту положить на табурет, по-всякому. Вот палантины, довольно теплые, приятные на вид, но тоже сплошная синтетика, там полиамид, акрил, вообще никаких других тканей нет. А вот это вот, смотрите, это ароматизированная смесь сухоцветов с таким явно теплым осенним домашним запахом и цветом. Вот апельсин, свеча и чай зеленый. Все такое согревающее, призвано согревать нас. Вот новые свечи, конус. Не могу сказать, что они мне понравились. Ну, что-то новенькое появилось во всяком случае. А вот они. Вот эти фигуры слонов. Ну, их можно использовать, например, для... Вот цена их. Для украшений. Кольца на них легко. Можно нанизывать цепочки. Вот это декор комнатный. Не люблю его, честно скажу. Но если, например, у кого-то дети рисуют, вот можно купить, чтобы раскрашивать. Вот, кстати, мне понравились часы. Я начинаю с антифасада, чтобы вы видели, что там батарейка одна вставляется. А вот так они выглядят. Они неплохие. Если вам нужны часы, вполне можно таким вариантом удовлетвориться. Вот уже появились новогодние украшения. Но я бы сказала, что тут многое можно использовать не обязательно на Новый год. Тут такие прищепочки. Вот тут пчелки, бабочки, цветочки золотые. Вот девочки эти, симпатюшки, они, конечно же, это елочные игрушки. Тут уж ни с чем не спутаешь. А вот, допустим, вот это украшение с ягодками. Это как поздняя осень такая.
Не обязательно Новый год. Хотя, конечно, мотивы уже новогодние. Но не будем торопить время. А вот эти вот бабочки, мне кажется, для любого праздника подойдут. Для дня рождения, для какого угодно празднования. Ну, вот эти вот домики, это электрические. Там электрический фонарик зажигается внутри. А вот эти вот, вот эти с белыми крышами, это электрические. И они деревянные, и бумажная крыша. А вот чуть левее стоят уже керамические. Керамические горшки, кто любит. Цвета неплохие, кстати. 199 рублей, называются фиджи. Какие-то косметички. Тоже мне напомнили тыковку. Тыковка, арбузик. Там еще божья коровка есть. Вот, ну, расцветка. Вот божья коровка. Но они плоские какие-то. Мне кажется, не очень удобные. Вот для детишек часики. Тоже механизм у них. Такой же вставляется батарейка. Вот это остатки подарочных пакетов. Я постояла. Но не стала покупать. Цены я нигде не нашла. У меня такое ощущение, что вот два или три последних. А вот эта подушка для автомобилиста. Мне вообще они нравятся. Я даже раздумываю, не купить ли мне такую. Я, правда, сижу довольно прямо. Я никогда голову не кладу на спинку. Но, может быть, на всякий случай куплю. Теплые носки. Довольно симпатичные расцветки. Но тоже сплошная синтетика. Там полиамид, акрил, там не знаю, что еще, и только там 10% что ли, или 5% вискозы. Я все не запомнила, но в основном они синтетические. А вот это для мелочей. Такая двухъярусная, такой двухъярусный контейнер с ручкой, и в каждом ярусе, по-моему, 6 отсеков. И вот набор из 4 закрывающихся контейнеров. Для того, чтобы убирать мелочи, очень даже подходящая вещь. И я вот эти еще контейнеры люблю. Они литров на 20 или на 25. Вот 300 рублей стоят почти. На колесах. Их хорошо вниз шкафа. Для обуви. И вот эти вот удобные. Вот это то, что можно считать новинками. Я, по крайней мере, так их вижу. Давно их очень не было. Ну и последние вот эти керамические подносы квадратные. Но они не очень качественные. Стоят 200 рублей, но покрытие очень-очень наплывает краска. Подвезли ленты новогодние и широкие, и более узкие. Прекрасные расцветки, очень праздничные. И салфеточки вот. Ленты я очень люблю. Я бы их, конечно, сразу купила. Для того, чтобы уже не мучиться перед праздником. Единственный момент, они очень хрупкие. И вот свечки, тоже новогодние, со всякими гномиками, по 79 рублей, можно в подарок положить, можно просто украсить что-то этими свечками. Ну и вот наклейки, кстати, многие детки любят украшать наклейками свои комнаты. Новогоднее, это все уже новогоднее. Но вот что действительно мне понравилось здесь, это композиции для убранства комнаты или веранды. Вот мне что понравилось. Такие коробочки жестяные, разноцветные, три вида их для подарка. Туда и конфеты можно положить, туда можно положить любой подарок, хоть вы варежки связали и туда убрали. Ну, вот это все декор. Такой. Вот посмотрите на эту коробочку. Она, крышечка откидывается, называется почтовый ящик. Стоит 116 рублей. Вот я, наверное, такие детям куплю для сладких подарков. На этом наш обзор завершен. Всего вам доброго. Если у вас появились вопросы или вы хотите поделиться своим мнением, пишите в комментарии. А я прощаюсь с вами. Всего вам наилучшего. До новых встреч. Счастливой осени, друзья!